Всем привет. Сижу возле НИТО. Положили моего мужа. Госпитализировали сегодня 4-го раза. Вроде бы сегодня должны операцию сделать. Там спросили санитарку, которая его сопровождала. Она говорит, ну если желтая папка, то должны сегодня. Ой. Забыла воду. У него там. Дай бог, чтобы все прошло хорошо. Еще, конечно, много чего предстоит. Реабилитация. Он надеется, что перестанет болеть хотя бы. Ну, хоть наркоз делают, хотя бы посплю. Ну, дальше уже будет. Хоть куда-то, знаете, какое-то продвижение к чему-то стремиться. Потому что кое-как доехали. Мы сегодня вызвали такси. Не знаю, хотела по геолокации посмотреть, куда идти. Из Бирска вызвали такси. Такси не едут. На маршрутке кое-как. И он там его корячило. Ну, в общем, ливень, града не было. Тут и поздно приехали. Я думала, что тут до 9. А теперь смотрю, а там просто по-разному время назначают. Очень много людей. Ну, дай бог. Он вообще в хирургов всегда верил. Что хирурги — это врачи, которые помогают людям. Дай бог. Ну, я домой. Что у меня, планы какие? Планы еще завтра у меня один день, потом я 2 дня работаю, потом 2 дня выходная. У Егора завтра аттестат получать выпускной. Ну, он, не знаю, пойдет он на торжественное там. И надо думать, документы везти куда-то. Так, ладно, может, вам велосипед снимала, покажу. Что меня удивило в Новосибирске. А что тут у меня? Уже не знаю, чему удивляться. Пройдемся по задворкам нашего города. А может, это не задворки. Это вот аэроклуб такой выглядит. Ну, не знаю, рынок, да, Гастротор. Рынок, Гастротор, 3-й этаж. Работает с 9 до 22 этаж. Гастротор. Рыбный рынок. Ну так, вам немножко вот показала. Дальше. Бассейн «Спартак». Мир гитар. Вот он. Матвей мой заказывал через интернет эти струны. Бассейн. Детский бассейн. Ну, пока так. Иду по улице Крылова, Новосибирский техникум геодезии и картографии.
это вот не пока непонятно что. Выхожу. Где-то должна выйти на метро Красный проспект. Центр. Телефон у меня греется очень почему-то. Так, Красный проспект метро. Вот я его нашла. Сегодня четверг, не так много людей. Пешеходов я не вижу.